сотни террасы. К основному объему примыкала шестиэтажная башня с бельведером, увенчанная шпилем. К сожалению, нижняя дача серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны, и в начале 1960-х годов ее стены были взорваны. Сейчас на месте дворца только груда руин на самой береговой линии. А когда-то в нем каждое лето постоянно жила семья последнего российского императора. Именно на нижней даче Николай II и Александра Федоровна провели первое лето своей семейной жизни. Из пяти детей императора в Александрии родились четверо, включая...